вместе с солнышком встаем, вместе с птицами поем, с добрым утром, с ясным днем. Вот как вместе мы поем. От водички, от водицы висели цветы и птицы. Наша кружка умывается, солнце улыбается. Хороша, хороша водичка, искупая малыша, чтоб сияло личико. У нас идет защита портфолио по педагогике раннего детства. А время какое вы даете на решение кроссворда? Пока они решают, вы можете продолжать говорить фоном. Угу. Это период в развитии человека от момента возникновения комплекса ожирения до конца первого года жизни. Первый вопрос по горизонтали. Можно еще раз вопрос ответить? Да. Период развития человека от момента возникновения комплекса ожирения до конца первого года жизни. Основными вопросами занималась комиссия по просвещению. Первым документом, означающим становление именно педагогики раннего детства, стал документ «Декларация по дошкольному воспитанию». В нем впервые прописалось, что дошкольное воспитание должно начинаться с первого дня рождения ребенка. И затем был создан отдел охраны материнства и младенчества, что повысило права у матерей и детей.